Во-первых, я невероятно рад видеть тебя, рад видеть всех людей и поклонников дрифта. Во-вторых, ты наконец-то на моей территории, понимаешь? Здесь, придется тебя терпеть здесь, сейчас да, по-другому, да? Здесь я себя чувствую... Мы не в эфире. Пошли вы в сраку все, блин. А мы так старались. Hello guys, so here I am, getting ready for tonight's e-drifting competition, organized by Racing.by. There will be a total of 103 drivers tonight, so it will be a really tough qualifying session. Also, I'll have a special guest joining me tonight, representing Team Sogen. So hopefully me and my teammate will do really well and kick some ass tonight. 83 points, 67. Okay. Okay, Charles, we're good to go. Hey, this is Vince, and I'm very happy to be a driver in eDrift Pins 2020. And this time, Charles Ng invited me to be his teammate in an eDrift competition, and we form a team named with Sogen. Hopefully, we will get a good result in our first debut race. Okay, Vince, your first run was 87.5. And good luck for you. Go. Второй заезд у него. Сквача постановка. Коррекция после нее. Здесь второй клиппинг. Поинт клиппинг зона есть. Цена есть. Перекладка хорошая, быстрая. Прямо отрабатывает и в стабильном угле проезжает вторую дугу. Hello guys, so yesterday Team Sogen did really well as a team for our qualifying sessions. Vince qualified 17th and I qualified 19th. And I also qualified 3rd in the Real Drifter class, so which means I'll have 2 brackets to battle tonight. And hopefully we both will stay awake because it's going to be a long night for us too. And hopefully we'll also put on a good show and hope you guys enjoy. Okay guys, we are ready. Ready, steady, go. Ну что, поехали. Кто у нас первый? У нас первый Григорий Андреев. И Винс Фан преследует его. Неплохо, хотя, ну, такие есть моменты, где нужно отрабатывать лучше. Есть коррекция определенная у Винса Фана. Но мы видим хороший парный заезд. Очень близко. Чуть-чуть завалился в угол Винс здесь и подотстал. Но после перекладки догоняет. При этом Григорий Андреев хорошо держит траекторию и стабильный угол. Потому что мне прям нечего сказать. Реально такие заезды не всегда в Пинске вживую увидишь. Да, особенно между китайцем и российским пилотом, да? Да, китайцем, да? Расисты. Ну посмотри, как сейчас Григорий Андреев хорошо отработал первую дугу. Очень и посмотри, как близко бампер в бампер перекладывается. Я думаю, что вот это оценят судьи. Здесь коррекция была у Винса Фана. Снова синхрон, близко, без контакта. Открывается трибуна. Круто, я думаю, что очень да. Круто это да, все да, произошло. Да. Сейчас мы будем ждать решения судей. Григорий Андреев проходит дальше, проходит в топ 16. So now is 11:05 p.m. Hong Kong time, and I'm here waiting for my battle. My homeboy Vince just lost out in top 32, so I'm the only hope in Team Sogen. So wish me luck and see how far I can get on tonight. На таком же шасси Charles Ng, как и в российской дрифт-серии, брендированном компанией iMall. Ну что, ну классно, да? Константин Солдаткин такой. И Charles Ng. Говорит, я сейчас натяну Чарльза. Но это возможно. Все возможно. В виртуальном дрифте возможно все. Константин Станопа вот как раз-таки очень рискованно поставился нормально. Чарльз так, ну типа... Понимая, что уже отстает на
разгоне, но здесь борщит, конечно. Вот заезд получается не такой чистый, и первый пилот не едет правильно. То есть где-то узковато. Да, 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 но и Энн сейчас тоже делает огромное и количество ошибки. Видишь, с маленьким углом он переложится, такой едет. А он сейчас где? В Бангкоке? Он в Бангкоке, да. Может, просто не долетает связь. Пинг большой у Энга. У тебя... Ну, учитывая, что он из Китая, я не знаю как, но возможно, возможно. О, да! Стена Кости Азарова, кстати. Сложно принимать такого плана решения, да, здесь, ну, типа, да как пинг, непонятно, меня лагануло, чувак, сори. Это то же самое, что ты едешь, засыпаешь за рулем, открываешь глаза, у тебя дерево. Точно так же Энг со своим пингом появился. Лег с женой, утром проснулся, а там не она. А там Энг. А там Энг. Своим большим пингом. И все, Энг, пинг, погнали. Нормально. Ой, ребята. Слушайте, вам с нами весело, не нет? Вы обязаны просто людям писать. Давайте. Сейчас пускай заходят сюда и пишут приблизительный размер Энга. Пинга. Так, ну что, погнали дальше. Константин Солдаткин, пинг в базе, нормально. Ну, видно, что да, у Чарльза есть пингом вопросы. Ой, вот, видишь, она прерывисто машина едет. Он в какой-то момент далеко, а потом резко близко оказывается. Да мне больше нравится, что родители господина Энга реально, ну, типа, европезированы. Чарльз Энг с большим пингом. И ну что? Не, хватит уже, может, про это шутить. Шутники, ведущие жгут. А что нам делать? Тут еще я монстра отбился. Готовы? Ready, go. Ну, я думаю, что нас просят, если мы какой-то заезд, мы просто с тобой обсудим. Там и так все понятно, пацаны. Не веди себя, как белорусские комментаторы, которые идет бой, ну, слушай, а они когда, сидят когда и Артем Рыбакин, про свою да? жизнь, понимаешь? Как мы с тобой на дрифте. Да-да-да. Настоящий. Заезд идет, а мы там, кто, что? Ай, аф, вот это все. Ну что, очень дайте странный шума, заезд. Люди. И вот я вам скажу, друзья мои, есть решение судей. Чарльз, как и Энг Пинг, проходит дальше. Энг Пинг. Вот это да, браво, браво. So I got through in top 32, and now in top 16, I'm gonna go against the Belarus hero T-Con. So let's see how this will go down. Ну что ты будем, мы там что-то делаешь? Пишу. Слушай, стоять так классно, ты знаешь. Стоять очень классно, я сейчас тоже буду вставать. Итак, разгон. Тихон Полесский первый, очень широко, классно. По внутрянке его догоняет Чарльз Энг. Здесь близко, но все-таки он сократил расстояние за счет срезки траектории. Перекладывается, чуть запаздывая, с меньшим углом, но близко. Опять отстает. Все-таки Чарльзу его этот вот пинг не дает покоя. Перекладывается, запоздало Чарльз Энг. Едет близко к Тихону Полесскому с меньшим углом. И ну что, если не будет никаких сюрпризов первым... Это кто, Женя говорит? Where is there go? Реально? Никитин? Да. Постановка. Близко здесь Полесский. Он, может быть, не рисковал, потому что знал, что может зависнуть Чарльз. Смотри, очень близко. Опять из-за пинга этого удар. Перекладывается... Близко здесь Тихон Полесский. Снова перекладывается. Можно ближе, но видишь вот это... Ну уже! Задержки Чарльза. Задержки. Не, ну в любом случае немножко предохраняется. Да что такое? Какая-то вообще... Да сядь ты, слышишь, у тебя голова уже в кадр не влазит. Да я чуть-чуть тоже постою, пожалуйста. У меня уже больше не могу. Так, Тихон дальше проходит. К сожалению. Ну, Чарльз Энг, мы его увидим Чарльз, еще, так да, же, как Алана Хайнса. Да, пускай дают ребята поездить не пилотом. Мы также скучаем по настоящему дрифту, как и вы, ребята, поэтому вот тут вы нас видите, Чарльз Энг. Оу, что? Что происходит сейчас у нас на треке? Энг? Is that really bad? Чарльз достал свой пинг и все поломал. Well, it was, in video it was really bad. Shit. Damn it.
Yes, just now when I tried with Granja, it was okay, he said, so... Yeah. Damn it. Артур, скажи, пожалуйста, что было? Я не понял, на постановке просто то ли пинг, то ли что, этот самый, я просто резко на постановке поставился и уперся. То ли пинг, то ли просто я накосячил. Трансляцию, что по входу Артур ошибся на постановке, пинга вроде не было. Смотрим второй заезд, поехали. О, все понятно. Тут, ну, Артур как-то что-то очень широко. Чарльз не понял, где ставится. Ну да, но не в порядке у Чарльза с пингом. Посмотри, и здесь он выехал. Смотри, как он едет, видишь? Палатки у Чарльза с пингом. Ну никак, ну никак. Чарльз красавчик, конечно. I think your car looks really crazy to me, like your wheel turns in and out the whole time. Есть решение судей. Не парься, я это записываю. Давай, у нас давай, сейчас есть уже заезд, будет топ-4. Чарльз Энг, здесь все окей, поехал. А вот Томас Бутавичус переуглил. Посмотрим, пинга подергивает. Чарльз подергивает пинг. Ну что, двигаемся дальше. Поменялись пилоты. Главное, чтобы свой пинг он подергивал, не трогал пинг. Нормально, нормально. Это стена имени Степы Азарова. Ирландец, ирландец. Слушай, я так подумал, слушай, сейчас... хочешь, иди сюда. Да я сейчас достану этот планшет и все свое. Когда станешь, топ-4 закончится. Итак, начинаем заезд топ-4. Рома Кондратенко. Оставился, хорошая постановка. Резко в угол. Чарльз пытается что-то пихать. Ему несколько раз ударил. Пингует. С маленьким углом пингует, да. Перекладывается. Ну, очень старается. Ну, видно, что тяжело ему Чарльзу с таким соединением пингом отрабатывать все. Но он максимально старается. Косяков в его исполнении было много. Роме можно поаплодировать, потому что Рома едет ровно, ну, стабильно, ровненько, абсолютно. Да, ровненько все. Nice run, man. Теперь впереди. Стартует, да. Да, теперь впереди, погнал. Где трансляция? Есть трансляция, зона постановки. После постановки очень большая коррекция у Чарльза. При этом Рома близко едет к нему. Возможно, не нужно так рисковать, потому что там с пингом может быть все, что угодно. Но посмотри, Рома хорош. Я аплодирую Роме, потому Рома что хороший заезд он показывает. Он оставляет даже то чуть-чуть расстояние, чтобы вот эти небольшие срывы. И мы знаем, кто поедет за третье место. Я уверен в этом. Чарльз Энг поедет с Ярославом Гавриковым. Два представителя российской дрифт-серии встретились в виртуальном Минске сегодня здесь. Yes, Roma goes to the final with Alan Hine. Now, Charles, please go on the start line together with Ярослав Гавриков. Okay. The third place. Oh, okay. Место. Чарльз Энг. Видишь, быстро шины поменяли, да? Да. Это вообще супер круто. Это супер круто. И Ярослав Гавриков. Заезд за третье место. Дайте волны, люди! Дайте волны. Поехали, хорошая постановка. Поехали. Смотри, никаких завесон у Чарльз Энга. Потом чуть-чуть небольшие коррекции. Близко к нему едет первую дугу Ярослав Гавриков. Перекладывается, чуть-чуть запоздал, но закидывает машину. Отстает после перекладки, корпуса полтора, здесь нужно догонять, может быть, срезает траекторию, ну вот это и пытается делать Ярослав Гавриков, и на, ну здесь уже не было никаких проблем, это ошибка Ярослава Гаврикова однозначно. Ярик доехал в дверь, Ярик, бачок потик. Ярик. Так, и волну делают. И волну делаете до сих пор, да. Так, поменялись пилоты местами. Ярослав сейчас, Гавриков первый.
good run. Третье место, Чарльз Энг, мы ему аплодируем, и у нас... So what a long night. I got my first ever e-drifting podium tonight. We got third place in the real drifter class. So I'm very happy because this is something completely new to me. And also as a team, we did really well. Vince didn't do as good as he wanted to be, but this is his first time competing international event, and I'm very proud of him. And hopefully next time, Team Seoul Gun will come back even stronger, and we both will be on the podium. See you guys next time.